Снежные заносы вызвали перебои с продуктами не только в Одессе, но и в самой области. Накануне председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили проинспектировал универсамы, расположенные в городе-спутнике Одессы, Южном. Одесский губернатор Михаил Саакашвили побывал в городе Южный, где посетил местные супермаркеты. Тем самым глава области хотел проверить наличие и отсутствие продуктов питания, на которые ему пожаловались жители города. В первом же универсаме Михаила Саакашвили встретили продавцы и абсолютно пустые прилавки. И если в нашем городе ощущался в основном дефицит кисломолочной продукции, то южненцы были лишены почти всего. Из-за снежных заносов многотонные фуры с продуктами просто не смогли добраться до южненских магазинов. Да, вот в Одессе были с молочными перебои какие-то. Алло, мы должны взять на заметку обязательно направление Южного, потому что тут по Николаевской трассе, ну, есть магазины, которых уже завезли, есть, которые там завтра с утра. Но если опять перебои, то практически, ну, пусто реально. Ну, давайте все, я с утра все штабы и вперед, хорошо. В следующем супермаркете одесскому губернатору пожаловались уже сами сотрудники. Оказывается, не могут добраться до магазинов не только продукты, но и продавцы. Из-за заносов автобусы не курсируют между населенными пунктами, в результате чего людям приходится добираться до места работы, как придется и на чем придется. Потому что мы, получается, четвертый день попутками на работу добираемся, и с работы невозможно. Ну и там, где продукты уже появились, люди недовольны. В первую очередь ценой. По словам местных жителей, покупательская способность не совпадает с покупательскими потребностями граждан. 12 гривен молоко. Это дорого. Очень дорого. Это что за продукт? Кто выпускает? Домашнее молоко. Это 12 гривен? Да, 12 гривен. Катастрофа. Вот, пожалуйста, вам здесь. И все-таки появление губернатора вызвало массу положительных эмоций. Те южненцы, которые оказались в момент инспекции губернатора в супермаркете, с удовольствием фотографировались с главой области на фоне пустых прилавков.